Добрый день! Сегодня у нас стрейчинг для беременных, растяжка. По особым просьбам к нам обратились девочки, которые раньше занимались, танцевали. И вот в период беременности хочется тоже продолжать тянуться, заниматься, и чтобы совсем не потерять форму. Сразу хочу вас предупредить, если вы вообще не занимались до беременности, если вы не тянулись, то, в принципе, это и не нужно, вы можете переходить к другому уроку. Но если вам все-таки хочется потянуться, вы, пожалуйста, выполняйте все занятия в полсилы. Ну, очень аккуратненько, сдержанно, все в зоне комфорта. И особенно тем девочкам, которые гибкие, которые тянулись, которые сидели на шпагатах до беременности, тоже, пожалуйста, будьте очень внимательны к себе, аккуратны, потому что сейчас у вас очень гибкое тело за счет того, что вырабатывается гормон релаксин. Вам может казаться, что вы сейчас можете все и на шпагатах сидеть, но очень незаметно для себя можно перерастянуться и получить неприятные ощущения, травмы, которые нам сейчас абсолютно не нужны. Поэтому бережем себя, тянемся потихонечку, даже если очень хочется. Растираем ладошки, подтягиваемся наверх, опускаем плечики вниз, раскрываем грудную клетку, тянемся локтями назад. Еще разочек плечики к ушам. Плечи вниз и раскрыли грудную клетку в зоне комфорта. Опускаем руки вниз, вращаем плечи по кругу, чувствуем лопаточки, чувствуем верхнюю часть спины, мягко прокручиваем. Сегодня нам понадобятся пледы. Мы сейчас продолжаем вращать плечиками, пока я говорю. Сядьте на какую-нибудь мягкую поверхность и приготовьте себе ремень. Любой ремень, который есть дома, он нам сегодня пригодится. Мы подтягиваемся. Одна рука упор в пол, другая вверх. В зоне комфорта потянули один бок, взяли упор на другую руку и мягко потянули другой бок. Дышите. Медленный вдох. Выдох через рот. Медленный вдох. Выдох через рот. Сделайте еще один раз. И основное дыхание, которым мы дышим все время в перинатальной йоге, это вдох носом, выдох через рот, да, дыхание Уджайи. Давайте его вспомним, если вы не делали, сделайте вместе с нами. Медленный глубокий вдох носом. Расслабленный выдох через рот. Снова вдохните по полной, всем объемом легких. И выдыхайте со звуком «А». Расслабляя нижнюю челюсть, расслабляя горло, выдыхайте весь воздух. Тянитесь макушкой вверх. Почувствуйте ровный позвоночник, натяжение внутри позвоночника. Когда вы выдыхаете, представляете, как капелька стекает по позвоночнику вниз. Расслабляйте таз, расслабляйте мышцы тазового дна. Успокойте свое дыхание. Сделайте еще один цикл и свой выдох замедляйте, растягивайте, дышите чуть медленнее, чем обычно. Мы начинаем грудью рисовать круги, горизонтальные круги вокруг своей оси. Прокатывайте грудную клетку, все в зоне комфорта, расслабление в спине, как будто вы шарик перекатываете по кругу и продолжайте с закрытыми глазками. Вдох носом, плавный выдох через рот, замедляйтесь.
В другую сторону медленно прокручиваем. Вдох носом. Выдох через рот. Возвращайтесь на центр. Теперь опускайте внимание в таз. Начинаем кататься тазом по полу, по кругу. Почувствуйте, как вы перекатываетесь на ягодицах вокруг копчика. Расслабьте поясницу, да, ножки уложите удобно, расслабьте бедра. И представьте, что вы сели на песок и хотите на песке оставить круглый след. Прокатать таз, как яблоко по тарелочке. Продолжайте делать это с закрытыми глазами и дышите. Почувствуйте приятное расслабление внизу спины, в бедрах, все внутри расслабьте. Покатайте в другую сторону. Мысленно выдыхайте в таз, расслабляйте мышцы промежности, тазовое дно. И вернитесь на центр. Складываем бабочку стопа к стопе. Беремся под стопы и полетели. Активно машем крылышками, расслабляем бедра в зоне комфорта. Почувствуйте, что ваши ножки подвижные в суставах. Левую руку положите себе на бедро, на внутреннюю поверхность, правую за таз. И мягко вытолкните себя двумя руками в зоне комфорта. Раскройте колени. Медленный вдох. Плавный выдох через рот. Без фанатизма, очень аккуратно. И поменяйте ножку на внутреннюю поверхность, на мышцу. Левую за себя. Двумя руками вытолкнитесь. Вдох носом, выдох через рот. Все через расслабление. И откройте ножки в упор, колени согнуты, руки поставьте за таз. Мы разворачиваем колени сбоку на бок, полностью кладем их на пол и перекладываем в другую сторону. Почувствуйте, как ваши ножки проворачиваются в тазобедренных суставах. Перекатывайтесь ягодицы на ягодицу, дышите, вдох носом. Да, если мешает плеть, убирайте. И прям подвигайтесь сбоку на бок. Почувствуйте свои бедра. Вправо мы останемся. Колени на полу и опустимся на правый локоть. Прям устойчиво локоть под плечевой сустав поставили. Опираясь на руку, приподнимите таз, потянитесь. Левой рукой в диагональ, медленный вдох. Плавный выдох, таз вниз и перекладываем ножки в другую сторону. Вы опираетесь на оба колена и локоть под плечо очень устойчиво. Приподнимая таз, вытягиваем правый бок, медленный вдох, медленный выдох. И еще раз поменяйте другую сторону. Колени на пол, локоть под плечо. И мягко потянулась, дышим. Меняем ножки. Оба колена на пол. Не торопитесь. Локоть под плечо, вдох. И на выдохе потянулась. Возвращаемся на центр, открываем разножку.
расслабьте ноги, расслабьте бедра и поерзайте на седалищных косточках, поболтайте тазом, почувствуйте, что он расслабился. Давайте сначала покатаем по кругу вокруг копчика, да, так как мы делали с вами ножки скрестные, теперь катаем в положении разножки. Почувствуйте таз, как шарик. Вы перекатываете отдельно от всего тела через расслабление. Бедра, колени расслаблены. Закройте глазки и покатайте еще немного. Вдох носом. Выдох через рот. И в другую сторону. И вернитесь на центр. Теперь мы делаем такой полукруг от правой ноги к левой. Одна рука на полу, а другая чуть-чуть подтягивает, как будто вы сейчас возьмете ножку, отстегнете от себя. Перекатилась к другой, упор на руку. И мягко потянула от себя. Вдох. Медленный выдох, вытяжение. Вдох. Медленный выдох. Расслабила там все внутри. Выдохом расслабила, потянула. Еще один раз вдох. Медленный выдох. И вернитесь на центр. Сгибаем правую ножку в колени, кладем пятку на уровне пупка. Сидим устойчиво. Берем упор в левую голень стопа на себя. Вытягиваем правый бок. Уходим плавно в натяжение. Если вы чувствуете, что вам легко, растяжка позволяет, пожалуйста, беритесь за стопу. Но если это чересчур, лучше не нужно. Все в зоне комфорта. Мягко потянулась. Вернулась на центр. И вот сейчас нам понадобится плед или какая-нибудь подушечка. Положите себе перед собой и перенесите вес вперед на руки. Да, либо вот здесь перед стопой, так, чтобы у вас живот был расслаблен. Вынырните макушкой вперед, направьте копчик назад и почувствуйте натяжение по всему вашему позвоночнику туда, вверх, с ровной спинкой. Если хочется усилить, можно стопу на себя взять. Если сильно тянет, можно ее расслабить. Расслабление в таз, расслабление в тазовое дно. Возвращаемся и меняем ножку. Правая в сторону, левая пятка на уровне пупка. Упор в голень, вытягиваем левый бок, правая стопа на себя. И мягко подтягиваемся за рукой, дышим. Ощущаем приятное натяжение в левом боку. Возвращаемся. Кладем себе какую-то опору перед стопой. Переносим вес немножечко вперед. Копчик направляем назад. Живот у нас расслаблен. И головой, как из панциря, мы вынырнули туда по диагонали. Вдох носом. Таз расслабили. Если хочется усилить, стопа правая на себя. Расслабление в бедра, в тазовое дно. Еще один раз вдох. Плавный выдох через рот.
И возвращаемся, снова открываем разножку. Поёрзали на седалищных косточках. Кладем плед со стороны правой ножки. Переносим на него вес и пойдем по диагонали вот туда, куда смотрит наша нога. Не закручиваемся, как мы привыкли, да, если мы танцевали все время. Нам нужно, чтобы животик был расслаблен. Мы просто мягко туда потекли в наклон, в зоне комфорта, насколько тело дает, и чуть меньше, чем тело дает. Через расслабление. Вдох. Выдох в таз. Спинка ровная, вас как будто за макушку тянут вверх. Расслабляйте бедра и подышите в этой точке. Почувствуйте приятное вытяжение внизу, в ногах, в спине. Отсюда плавно возвращаемся вместе с пледом, перекладываем к другой ножке. Равномерно уселись, перенесли вес в руки, почувствовали, что живот расслаблен, и вынырнули головой по диагонали вверх. Медленный вдох, выдох, направляете в таз, расслабляя тазовое дно, вы как будто сейчас через таз выдыхаете в землю. Ваши стопы тоже расслаблены, глазки закройте и продолжайте дышать еще несколько раз. Выдох со звуком «А», вы выдыхаете, расслабляя нижнюю челюсть. Плавно возвращайтесь на центр. Давайте все то же самое сделаем посерединке. Упор на руки. Вытянулись макушкой, расслабили живот. И продолжаем дышать. Глубокий вдох. Выдох через таз в землю. Если вам комфортно, вы можете опуститься на локти, если живот не будет зажиматься в этом положении. Попробуйте. Комфортно, Саш? Вот, и дыши, расслабляйся. Расслабляйте таз, внутреннюю поверхность, паховые мышцы. Еще разочек глубокий вдох и плавный выдох. Возвращаем себя. С помощью рук собираем ножки. С кресла. И сейчас нам понадобится ремень. Поставьте правую в упор. Усядьтесь на две седалищные косточки с ровной спинкой. Оденьте ремень себе на стопу и возьмитесь так, чтобы вам было удобно держать спинку и ногу. Мы будем на выдохе вытягивать ногу перед собой. Сделайте вдох на выдохе. В зоне комфорта потяните ее в диагональ и на вдохе опускайте на пяточку. Без фанатизма, очень аккуратно на выдохе вытягивайте. Может быть, колено вытянется не до конца, у кого-то может быть до конца. Делайте так, как вам тело дает, и чуть меньше, без фанатизма. Выдох через рот, вдох носом. Комфортно? Продолжаем. Немножко спина назад, ничего страшного. Главное не сбрасывать себе вниз. Чуть-чуть вы можете. Можно сесть к стеночке спиной, прижаться, да, взять опору на стенку и повытягивать в этом положении. Еще два раза.
Выдох. Вдох. Меняем ножку. Под подушечку зацепили, уселись ровненько, вдохнули. И на выдохе вытяжение, на вдохе пятка в пол. Когда вы вытягиваете ногу, вы стремитесь макушкой вверх, чувствуете натяжение по позвоночнику. На вдохе вниз. Сделайте еще два раза в своем комфортном темпе выдох через рот, вдох носом и макушкой растите вверх и вдох. Замечательно. Пока убираем ремень, выходим в положение стола на четыре точки. И давайте плед постелим себе под колени. Расстелите на всю ширину ковра и встаньте устойчиво. Вытяните все пальцы на руках и каждой фалангой, каждой частью пальца толкните пол. Ладошками толкните пол и колени на ширине таза. Делаем микродвижение тазом, рисуем круги копчиком в любую сторону, в которую вам комфортно, а макушкой тянемся вперед. Сейчас наша задача просто расслабить таз и повращать несколько раз. Снять все напряжение с поясницы, расслабить низ спины. Медленно покрутить хвостиком. И в другую сторону. Медленный вдох. Выдох вы делаете через рот. И вернитесь в нейтральное положение с прямой спинкой. Правым коленом мы начинаем рисовать круги наружу. Выдох. По кругу вдох, колено согнуто. Выдох через рот, когда нога раскрывается. Вдох носом по кругу. Все в зоне комфорта, без напряжения. Мягко проворачиваем в тазобедренном суставе. Чувствуем, что наша нога подвижная там внутри. И меняем ножку, колени на ширине таза. Толкнулись руками от пола. Вдох. На выдохе рисуем круг коленом. И на вдохе вниз. Снова с выдохом раскрываем таз. И на вдохе вниз. Ваша шея вытянута, смотрите в пол. И толкаете руками коврик. Сделайте еще один круг. И снова поставьте колени на ширине таза. Теперь правую ножку, вот где лежит ваша стопа, никуда ее не двигаем, просто раскрываем. Поставили на пяточку. Руки. Отдыхаем. Угу. Расслабляем. Можно вот так потянуть. Говори, говори, не скромничай. Все, что чувствуешь, говори. Возвращаемся. Проверили себя устойчиво. Правая ножка, вот ваша стопа, вы ее развернули, поставили. И вас потянули назад за таз, вы потянулись руками вперед, сделали выдох. И на вдохе вернулись в нейтральное положение. Другая ножка просто развернула, раскрылась. И с выдохом потягушки назад. На вдохе вернулись, поменяли. Продолжаем.
Все в зоне комфорта. Последний раз. Хорошо. И теперь левую ножку. Давай я левую, ты правую. Вперед, выпад. Открытое положение и руки со стороны стопы. Мы мягко покачиваем таз вперед-назад в зоне комфорта. Проверьте ваши ноги. Вот они параллельно друг другу, как рельсы, как две дорожки. И мы начинаем качаться через расслабление. Никаких резких движений. Никаких «я помню, я могла больше». Да? Не нужно этого сейчас. Мы уже это с вами договорились. Потихонечку. Бережем себя. Выдох. Назад, вдох. Вперед, выдох. Назад, вдох. И теперь мы рисуем коленом круг наружу. Когда идем вперед, через круг вращаем колено от себя. Вдох. От себя, выдох. Отлично, вдох. Руки ставьте устойчиво. Выдох. Делаем еще разочек. И давайте в позе ребенка отдохнем. Раскройте колени пошире, живот между ног. Опуститесь на локти. Почувствуйте это расслабление. Можно подложить себе что-то. Болстер, например, если нужно. Да? Сюда, под голову. Опереться на него. Угу. Удобно устроиться. И расслабить спинку, расслабить крестец. Отпустить себя полностью. Подышите, отдохните. Расслабьте тазовое дно, мышцы промежности. И плавно возвращайтесь наверх. Давайте поменяем ножку, болстер в сторону. Упор на руки. Шагнули вперед. И опираясь на руки, покачиваем тазом. Назад вдох. Вперед выдох. Назад вдох носом. И выдох через рот. Направить расслабление в таз. И мы добавляем круг коленом. От себя наружу. Выдох. Вдох. Колено от себя. Выдох. Вдох. Еще два раза медленно. Дышите. Хорошо. Ножку назад. Поставьте стопы на пол. Будем выходить в положение стоя. Правильно выходим. Равномерно на две ноги. И руками шагаем, как по ступенькам вверх. Все лишнее убираем. Встаем на центр коврика. Встаем мы в широкое положение, так, чтобы ваши пяточки смотрели внутрь, носочки наружу, и упор себе в пах. Мы вытянулись макушкой вверх, сделали вдох, на выдохе чуть-чуть присели, развернули пяточки наружу, отправили таз назад, и вот тут останьтесь, почувствуйте, что вы пятками двигаете пол в разные стороны, дышите спокойно. И когда вы пятками раздвигаете пол, вы чувствуете, как ваши седалищные кости туда, как хвостик, раскрываются в разные стороны. Вот это вот раскрытие на выдох, а на вдохе снова подсобрала пяточки и вытянулась макушкой вверх. На выдохе пятками двигаю пол, раскрывая седалищные кости в разные стороны. И вдох. В
вытянулась. Получается, что вы на носочках проворачиваетесь и как будто ягодицами двигаете стенку назад. Вдох. Туда. Через тазовое дно, через расслабление. Еще разочек, вдох, раскрылись, выдох, остались в этом положении. И какую-то опору, например, болстер или пару подушек, взяли для того, чтобы опереться на него руками. Ушли вот в этом положении, ваши ножки примерно вот на такой ширине. Присядьте, живот расслаблен, спинка расслаблена. Вдох, на выдохе мы вытягиваем колени, уходим корпусом вниз в зоне комфорта. Со вдохом снова присела, раскрыла грудную клетку и на выдохе потянулась тазом назад. Вдох, и через расслабление вы вытягиваете колени очень мягко, принимая себя руками. Еще один раз вдох. И на выдохе остались на прямых ножках. Левая рука, центр груди. Правой потянулись вверх. Раскрыли грудную клетку. Вдох, медленный выдох. Поменяли прямо по центру. Поставила, от нее оттолкнулась. И левой достаю до потолка. Вдох. Медленный выдох, поменяли еще по разу. Упор на две руки. Изгибая колени, мы сейчас будем садиться на левую пяточку. Вот в такой выпад. И начинаем качаться. Ноги на ногу, переносим вес, живот у нас расслаблен, мы подтягиваем ножки. Если хочется усилить, мы берем стопу на себя. И просто переносите вес тела, руками себя придерживаете. Саш, комфортно? Дыши. Останьтесь к правой ножке, возьмите упор на болстер и вытянитесь туда макушкой вперед. По направлению за макушкой вперед и вверх. Можно на локти, если вам удобно. Дышите. Ножки, таз расслабить. Вдох. Выдох через рот. Отлично. Будем переходить снова на прямые руки. Мягко перенесла вес в другую ножку, уселась на правую пяточку. Упор на болстер, да, удобно себе подвинула его. И выныриваю головой вперед и вверх, как будто меня тянут за макушку. Расслабляю таз, дышу. Еще один цикл, вдох, медленный выдох. И отсюда будем выходить положение стола. На две ножки, вниз, на колено. И все лишнее убрала по полу в сторону, вытянулась сюда. Делаем кошечку. Плавный выдох, округлила спину. Расслабила шею. Плавный вдох. Прогнулась в зоне комфорта. На выдохе. Округлилась. Смотрим на живот. На вдохе раскрыла, потянулась, толкнула руками пол. Выдох. Внутрь. Вдох наружу.
Сделайте еще пару раз. Толкайте руками пол и делайте все через расслабление. Чувствуйте свое тело, подтягивайтесь изнутри. И отсюда мы садимся на бочок. И у меня левая ножка, у тебя правая. Вперед раскрываемся под углом 90 градусов. Тоже не сильно широко, да, ничего не рвем, все очень мягко уселось. Упор на руки. Можно тоже взять какую-то опору, если удобно, то просто на руки. Вдох, на выдохе расслабляем таз. И продолжаем вытягиваться вперед по диагонали, вот сюда между ног. Ищи свое положение. Если хочется опускаться на локти, опускайся, можешь плед подложить. Ищите такое положение, где вам будет комфортно тянуть, но вы сможете при этом расслабленно подышать. Угу. Да, прям повыше. Комфортно, Саш? Угу. Глубокий вдох, выдох через рот. Вы прям мысленно себе выдыхаете вот сюда, в ноги. Там все расслабляется, и промежность расслабляется. Усиливайте только, если вы ничего не чувствуете, вам ничего не тянет. Тогда чуть-чуть усиливайте. Выходим и поменяем ножку. Вперед. Вторую назад. Вот примерно угол 90. Может быть, у кого-то шире. Ищите свое положение. Усядьтесь равномерно. Возьмите какую-то опору сюда, если нужно. Сначала вынырните макушкой, расслабьте таз. Угу. И начинайте дышать. Прям закройте глаза, сконцентрируйте внимание вниз. И с каждым выдохом вы, как вода, туда растекаетесь по полу. Такой треугольник вниз. Зевай, зевай, не сдерживайся, очень хорошо. С зевотой выходит эмоциональное, физическое напряжение. Выдыхайте, отпускайте его из тела. Через ножки выдох, все расслаблено. Плавно возвращаемся, все лишнее убираем. Ремень положите рядышком с собой. И садитесь на край коврика, чтобы коврик остался у вас за спиной. Будем правильно ложиться на спину. Мы помним, что мы сейчас ложимся через бочок, да, проскользнула за рукой на бок и перекатилась на спинку. Супер. На спине расслабьтесь, поставьте ноги в упор, руки в стороны. Расслабьте голову, затылок. И сначала подвигайте копчиком вверх-вниз. Микродвижение. Копчик вверх, копчик вниз. Расслабьте поясницу, расслабьте крестец. Почувствуйте свои ноги, стопы. Ставьте таз в нейтральном положении, правое колено вверх, ножка согнута. И мы начинаем рисовать круги коленом наружу. Выдох, раскрытие. Вдох по кругу. На выдохе вы расслабляете бедро, отпускаете ножку под собственным весом. И на вдохе доделываете круг. Продолжаем вращение закрытыми глазами. И расслабляем таз.
Выдох. Вдох. Выдох. Поменяйте ногу. Колено все время согнуто, наверху вдохнуть. И на выдохе через раскрытие отпускайте ножку под собственным весом. Нижняя челюсть у нас связана с шейкой матки, поэтому для того, чтобы там все расслабить, нужно расслабить здесь. Расслабляйте нижнюю челюсть на выдохе. Еще один круг. И мы берем ремень в руки. На правую стопу зацепите ремень и ножку вверх. Просто прямая нога, возьмитесь так, чтобы вы могли вытянуть колено. Угу. И сначала потянитесь макушкой по полу вверх. Почувствуйте натяжение по всему вашему позвоночнику. Толкните макушку вверх. За ремень мы берем одноименной рукой. Если правая нога, то правая рука берет ремень. Левая рука уходит в сторону. И через расслабление мягко мы раскрываем ножку в сторону, в зоне комфорта. Отпустили ее. За ремень вы чуть-чуть подтягиваете на себя, не через силу, а через расслабление ножка стремится к плечу. Угу. Правая нога к правому плечу. Саш, тебе комфортно? Дыши. Нога тяжелая, согласна. Помогай себе рукой. Долго не держим. Буквально 2-3 выдоха. Расслабила. И когда вы ее возвращаете, можете колено присгибать. Да. Поменяем. Сначала берем двумя руками и вверх. Не торопитесь. Все, почувствовала себя. Не торопись. Толкнись макушкой по полу вверх. Угу, весь свой позвоночник внутри. Натяни вторую ногу прям устойчиво на пол. Берем одноименной рукой. Левая нога, левая рука, вдох. И на выдохе вы как веер раскрываете. И вот насколько она расслабилась, настолько и раскрылась. Силой рукой не тянем. Да, тело само даст, и вы делаете чуть меньше, чем можете. Рукой страхуете, придерживаете. И возвращаемся через согнутое колено. Аккуратно подтягиваем. Ремень убираем в сторону. Теперь возьмите колени на себя к плечам, завалите, расслабьте, положите руки на живот, либо на ножки внутри. Прям бросьте ноги, расслабьте, они висят под собственным весом. Угу. Не висят? Давайте тогда другой вариант. Если у вас тоже не висят, ножки на пол. И подложите себе чего-нибудь под таз, будет намного легче. Под крестец кладем. Так, чтобы не под поясничку, а прям таз. Вот, другое дело, да? И ноги на себя завалила и расслабилась. Руки как удобно. Либо сюда, либо сюда. Глазки закрыли. Продолжаем выдыхать через промежность. Выдох. Прям отпустить весь свой низ, расслабить таз. Подышите. Поза называется поза «Счастливая матка». Все там расслаблено, все отдыхает. И сколько нужно, столько и раскрывается.
И нижняя челюсть расслаблена, все лицо расслаблено, глазки отдыхают. Руки, плечи расслаблены. Лопатки, верхняя часть спины расслаблена. Плавно ножки собираем, опускаем на пол. Стопы на пол. И все лишнее убираем из-под крестца. Вытягиваем ноги по полу вниз, руки на ширине плеч. И продолжаем расслабляться. На вдохе правое колено к себе. На выдох через полукруг. Расслабленная нога проскальзывает по полу вниз. И другая ножка. На вдохе вы ее подтягиваете к себе. На выдох через круг, прям по полу. Проскальзываете вниз. Каждый раз мы меняем ногу. Вдох. Выдох через рот. Закройте глазки и продолжайте еще несколько раз. Почувствуйте приятное расслабление по всему телу. И в руки, и в ноги. Доделываем и будем ложиться в шавасану на бочок, переворачивайтесь на любой бок, на который хочется. Нам понадобится бостер либо подушечка. Ложись на любой бок, на правый, на левый. Что-нибудь мягкое под голову. Клади себе как удобно. И между колен подушка либо бостер, так чтобы вам было очень хорошо и комфортно в этом положении. Колени согнуты. Подвинь, как тебе нужно. Руки. Тебе удобно так руку? И либо вы легли к стеночке спиной, прислонились, либо что-то, какую-то опору тоже себе. Найдите по спинку, чтобы вы на нее могли развалиться прям спиной, расслабиться. Расслабьте живот. Вот эта верхняя ножка тоже абсолютно расслабленная. Прислушайтесь к себе, почувствуйте, чтобы вы нигде ничего не терпели. Прям легла и вся расслабилась. Почувствуйте таз, ноги, поясница, центр спины, лопатки, руки. Все расслаблено. Остаемся с закрытыми глазками. Можно себя укрыть. Саш, тебя накрыть? Нет, хорошо, тепло. Сконцентрируйтесь на том, как вы дышите. Прислушайтесь, как вы дышите. И успокойте дыхание внутри себя. Побудьте в этом расслабленном состоянии какое-то время, сколько вам хочется. И если у вас есть такая потребность, да, тело просит тянуться, пожалуйста, тянитесь, но в зоне комфорта. Оставайтесь вместе с нами, занимайтесь перинатальной йогой. У нас много разных уроков, направленных на подготовку к родам. До новых встреч! Пока-пока!